Всем привет! Вы на канале Тыковка ТВ, и сегодня я буду снимать видео. Наверное, я уже буду часто снимать такие видео, например, ну, как сказать, такие уже более, ну, взрослые, там я буду снимать влоги, там, вы просите меня. Буду там снимать почти все происшествия, что со мной происходит. Ну, вы поняли. И сегодня я нахожусь в необычном месте. Вы это поняли? Посмотрите, что это такое. Ну, наверное, те, у которых есть младшие сестры, там, братья, они уже поняли, что я нахожусь в таком домике для детей. Вот. Я покажу вам, просто не знаю, вам видно. Вот в таком домике. Это мой старый домик. Я не знаю, он, наверное, уже сейчас не продается, так как мне его купили, когда мне было, получается, 2 года, да. А мне уже 11, поэтому этому домику уже где-то примерно 9 лет. То есть вы представляете, какой это уже старый дом. То есть, наверное, я уже не знаю, просто, наверное, уже таких больше не выпускают, не делают. Ну, и вы подумайте, ты как ребенок сидишь в этом глупом домике? Нет, это мой любимый домик, даже если я выросла. Мне просто он очень нравится, как бы... В нем так одиночество приятно проводить. Ну, вы, наверное, понимаете, если вы любите одиночество. И теперь у меня будут видео немножко повзрослее, так как я сама уже расту. Я люблю, конечно, My Little Pony и буду их снимать. Но уже у меня будут другие немножко видео. Там, например, обзоры моего вот этого милого домика. Я сейчас что и делаю. И рассказываю о моих новых хобби. Я люблю вообще... Ну, конечно же, снимать видео, это я очень люблю. Там вот сейчас я снимаю видео на тему дачи, так как я нахожусь на даче у себя. Вы, наверное, сейчас тоже находитесь все, ну, кто на даче, кто в деревне, ну, а кто-то, может, и предпочитает в Москве его находиться, я просто не знаю. И сейчас будет обзор на... Если вы будете слышать звуки, то это мой попугай Яша. Он просто... С нами приезжает, мы его не можем оставить, и Яша очень любит почирикать. Ну, птица, что же еще сказать? Ну, вот сейчас будет обзор моего вот этого домика вот, которого я немножко подстроила. Так, и у вас, наверное, в детстве, ну, вот у девочек именно, наверное, были вот такие вот, знаете, вот как туалетные столики такие, ну, игрушечные для детей. Наверное, были у некоторых. Там всякая игрушечная помадка, там все такое игрушечное, это зеркальце и все такое. И у меня это тоже есть. И я решила это соединить и сделать шикарный дом. Вот такой я его назвала, как бы даже не знаю, как это сказать, мой мини-дачный дом. Ну, как сказать, получилось, нет, вы оцените сами. Напишите в комментариях. Если вам нравится, то вы пишите «да». Если нет, то... Ну, нет, конечно же. И тогда я буду решать, снимать или не снимать такие видео. Сейчас я вам покажу его. Это домик. Сейчас. Так. Я. Всем привет. Так, сейчас. Я не знаю, просто видно вам. Вот. А, блин. Вниз. Вверх. Вот. Это мой фонарик. Со свечкой. Красивый, да? Ну и вот сам туалетный столик, это вот это зеркальце. Я просто его вот так вот перевернула, вот. Ой, всем привет. Вот, зеркало такое вот. Раньше на эту кнопку нажимаешь, и оно вот светилось вот тут и тут. Ну, мне оно просто сейчас не очень нравится. А здесь находится моя такая вот штучка вот. Это растения вот мои. А за растениями, что значит у меня есть? За растениями тут у меня всякие вот лаки там для ногтей. Вот видите, лаки. Всякие разные лаки. Тут у меня мой антистресс. Такая штука. Игрушечная помадка и зеркальце. А тут игрушечные лаки за моим вот этим вот фонариком. Вы поняли. Сам столик выглядит вот так. Вот тут у меня цветочек мой, который стоит. Ой-ой-ой, цветочку. Тут мои наушники лежат, так как я люблю слушать все, смотреть всякие видео там тоже.
А эта штука, вот эта штука именно. Вот, видите, как цветочек такой вот. А в ней я свои сладости храню. Вот мой столик еще раз показываю вам. Так, сейчас. Вот, всем привет. И еще у меня тут есть подушка. Вот, видите, я сижу на такой подушке. Вам видно вот такая вот подушка? Ну, такая обычная для кровати. Еще со мной рядом мой игрушечный пес. Вот он. Мой песик игрушечный. Мне с ним лучше. Он у меня выполняет всякие команды. Короче, механический пес. Так. Еще тут со мной мои куклы Monster High. Вот это моя Торочка. Сейчас я вам покажу Тору. Вот, видно вам Тору. Тор или Страйп. А тут у меня другие куклы. Это жидкость для снятия лака. Вот. Куклы. Ну вот, вообще весь этот туалетный столик. Вот вам видно, надеюсь, да? То я просто не знаю, ну. Ну вот, этот туалетный столик. Ну, в принципе, ничего такого в себе не представляет. Ну, блин, он мне так нравится. Вы просто не понимаете. Не, ну, может, кто-то понимает, но мне просто так он нравится. Даже не знаю, что сказать. Ну, крутой домик вообще. А этот сам дом выполнен из 4 стен. Раз стена красная. Так, вот. Это окошко такое вот. Это вторая стена. Третья стена точно такое же окошко. Оно все порвано. Ну, вы просто понимаете, оно порвано, потому что это очень старый дом. Ну, а третья стена, она состоит из двери. Такой вот дверь. Вот она, вот такая дверь. Это как раз дверь вход в этот домик. Я потом его покажу вам внешне, но я думаю, вам нравится такое вообще себе занятие. Я буду всегда снимать видео в этом домике. Почти, да, ну, на даче с этим фонариком. Я очень похожа на LED, наверное. Ну, не факт. Если вы хотите узнать, где такой антистресс взяла, я не знаю. Мне его подарили просто. Это как брелок такой антистресс. Какой брелочек-то? Так. Вот это вот цветок, который вы видели. Это набор цветы с пайеток. Такой продается набор. Там ты сам... Так, этот такой цветочек, он вообще был, как бы цветка вообще самого не было. То есть я плела вот эту серединку, вот эти листья, вот это вот все. А это я вообще из гипса сделала. Это леска тут, короче, была. Да, леска была, пайетки всякие. Была пряжа, которую я обматывала, там собирала стебель. И гипс, чтобы сделать. Там гипс и форма для вот такого гипса. Вообще интересная штука, если вы творческий человек, советую купить. Вообще хорошая штука. Так. Это было, в принципе, все внутри моего дома. Вообще он очень уютный. Ну, конечно, главная деталь в моем доме – это мой телефон. Вот он, мой телефон, на котором я сейчас снимаю видео. Как бы больше у меня тут ничего нету. Не, ну может я еще что-нибудь добавлю. Там всякие вот тут, например, на стене украшения сделаю. Вот видите? Или что-то что? Вы вообще пишите в комментариях, что сделать. Я и сделаю. А дом снаружи я вам покажу в следующем видео. И не пропустите это. Подпишитесь на мой канал и поставьте лайк, если вам нравится мой дом. И вообще я вам хочу сказать, что вот вы вот все видео, которые вы смотрите, там вот я снимаю на даче, чтобы вы, если что, знали. Я не знаю, сделать обзор на дачу, нет. Ну, вы пишите в комментариях вообще сами. Мне, в принципе, все равно, могу сделать, могу нет. Да. Ладно, всем пока, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и смотрите мои видео. Всем пока, пока, пока.